23 мая мы без воды. Вот, три дома у нас. Говорили, получше. Ну, вы говорите, вы и ходили, я еще не ходила. И ходили, и звонили. И все обещают, обещают. Сегодня звонили даже. Ладно, приедут, и что, какую-то схему надо составить. Вы, говорит, может, сами будете это делать. Я говорю, а кто мне делать? Что, у вас нет никого? Я говорю, да кто у меня есть? Машины надо, трактор, сюда все. А я говорю, сама инвалид второй группы. Еле хожу по дому, куда я пойду? Ну вот сами бы подумайте. Ну сказали, вроде как приедут. Мерить тут, померить, посмотреть. А нету до сих пор, нет. Вот с 3 числа мучимся. Да, это очень, конечно, бабушке тяжело тоже. У нас семья. Да мы старые люди-то. У нас семья большая, тоже это ну, все. Ну все. Никак. Без воды без как воды. Можно? И огороды сейчас, и все. Мы же все платим, это все. Вот все куда наши входит. Деньги уходят? Мы же все они платим же вот... и за воду, и за все. А как что-то решить проблему, так нет, некому нам помочь.